Всем привет! В этом видео я покажу вам, как сделать вот такой бумажный цветок. А также вместе со мной будем украшать эту большую цифру. Если вам интересно, то продолжайте смотреть дальше. Вкратце расскажу и покажу, какие материалы я использую. Во-первых, это итальянская гофрированная бумага очень хорошего качества. Также нити, ножницы, пистолет с силиконовым клеем. Итак, берем полоску гофрированной бумаги размером 40 на 6 сантиметров. Край бумаги сгибаем. Теперь удерживаем пальцем, сгибаем еще раз и разгибаем. Снова удерживаем, сгибаем, разгибаем и так дальше. У нас получается вот такая волна. И так до конца бумаги. Дальше возвращаемся к началу и начинаем закручивать нашу бумагу. Берем нить и туго обкручиваем наш цветок. Также обязательно я подклеиваю нить в бумаге, чтобы в дальнейшем ничего не торчало. Пальцами разгибаем наши лепестки для придания объема. Отрезаем лишние сножки. Вот так легко и просто получается такой цветок. А теперь приступаем к оформлению нашей цифры. Нам понадобятся цветки разных размеров. Большие, средние и маленькие. По краям я использую средние, а в серединке комбинирую. Чтобы не было пробелов, использую самые маленькие цветки. Итак, приступаем. Наносим клей на наш цветок. Приклеиваем к основе, удерживая пальцем. Таким образом поступаем всеми нашими цветками.
Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Пишите, какие мастер-классы вас интересуют, и задавайте мне вопросы. Ну все, пока!